Приветствую, дорогие подписчики, гости моего канала. Сегодня хочу снять видео и рассказать, сколько стоит такси у нас в Апольда. Мы уже этой услугой пользовались такси. Когда мы ездили в Россию и приехали обратно сюда, в Германию, было у нас 2-3 чемодана тяжелых. И плюс погода такая была пасмурная, намечался дождь, и мы решили воспользоваться такси. Когда мы приехали в город Апольда, там имеется объявление на здании Банхофа, на здании железнодорожного вокзала, номер такси. Я позвонил в такси и попросил приехать на Банхоф и отвезти нас на нужную нам улицу, где мы жили. Таксист приехал быстро, довольно-таки, наверное, мы ждали всего 2-3 минуты, и он уже был на месте. Мы погрузили свой багаж в багажник, он сразу сказал, что за багаж нужно заплатить 2 евро, сказал, хорошо. Сели в такси, он включил таксометр свой, и уже пошли деньги, которые мы должны были ему заплатить. Ехали мы до того места, где мы живем, приблизительно получилось 10 минут, 9 с небольшим, но определенно это 10 минут, так как мы стояли на светофоре, ждали, где-то был там небольшой затор, пробка, и поэтому у нас получилось 10 минут, хотя мы живем не очень далеко от вокзала, всего лишь, наверное, в 2,5-3 километрах. И получилось, что мы заплатили таксисту 7 евро за дорогу, там было 6,80 с чем-то, я сказал, что сдачи не надо, и мы ему отдали 7 евро за дорогу и 2 евро за багаж. Приехали мы домой, сильный дождь шел. То есть хорошо, что мы взяли такси, а то мы как раз шли и попали под самый сильный дождь, который у нас был в тот день. Так что проезд такси здесь, в городе Апольда, стоит 70 центов за минуту. Получается, потому что если 10 минут, это 70 центов за минуту нужно заплатить за поездку в такси. И плюс, как я сказал, что за багаж мы заплатили отдельно, он нам наш багаж сам погрузил в машину, сам выгрузил, то есть мы до него не докасались, до этого багажа. Поэтому очень удобно пользоваться, но, конечно, дороговато, но в нужных случаях можно иногда пользоваться и такси. На этом видео о такси в городе Апольда буду заканчивать. Всем всего доброго, всего хорошего, bis bald, tschüss!